Zoom H5 – это портативный аудиорекордер. Питается от двух батарей типа 2А на протяжении 15 часов. Есть возможность постоянного питания через разъем мини-USB. Запись происходит на карту памяти SD максимальным объемом до 32 ГБ. Рекордер можно использовать как аудиоинтерфейс, подключив к ПК по кабелю USB мини-USB. Есть два встроенных комбинированных XLR джек 6.3 разъема и дополнительные сменные капсюли. XY насадка подойдет для записи общих планов на концерте, интервью и в других схожих условиях. Midsight двунаправленный микрофон «Восьмерка» подойдет для подкастов. Пушка для локальной, точечной записи, к примеру, голос на расстоянии или интершумы. Также существует насадка для двух дополнительных XLR джек разъемов. Чтобы включить аудиорекордер, нужно удерживать переключатель в нижнем положении 2-3 секунды. Выбор канала записи осуществляется кнопками на самом рекордере, где первые два LR отвечают за сменную насадку, а первый и второй за XLR джек соответственно. Регулировка уровня громкости сигнала происходит при помощи фейдеров. Фейдеры, отвечающие за первый и второй канал, находятся на аудиорекордере, а регулятор громкости сменных капсюлей на самой насадке. Для входа в настройки нужно нажать кнопку меню. Перемещение и выбор происходит при помощи джойстика. Аудиорекордер имеет встроенный динамик, которого вполне хватит для формального прослушивания аудиофайлов. Для контроля и полного мониторинга во время записи используют выход на наушники джек 3.5. Какие настройки ставить лучше всего? Рекомендуемые настройки звука для записи видео такие. Частота дискретизации 48 кГц, битность 24, формат WAV. Во время записи стоит следить за тем, чтобы уровень громкости сигнала не был слишком тихим и наоборот, слишком громким. Желательно придерживаться диапазона от минус 12 до минус 3 дБ. Для каждой задачи настройки выставляются индивидуально. После успешной настройки можно приступать к записи. Все сказанное выше достаточно для работы с данным аудиорекордером. О более подробных настройках вы можете узнать из инструкции по эксплуатации. Ссылка на нее будет в описании. Данный аудиорекордер вы можете взять в аренду на сайте zoomprokat.ru. Также любой интересующий вас вопрос вы можете задать в комментарии. Будем рады вашей подписке на канал, а также оценке в виде лайка. С уважением, Zoomprokat.